Всем привет, меня зовут Александр Глушков. Для друзей я Саша Лист. Гидованием в горах занимаюсь 10 лет и хочу вам рассказать и показать об одном секретном месте. Пойдемте, посмотрим. Ну вот мы и на Кинзелевском водопаде. Это порог Негота. По нему мы добираемся на Кинзелевский водопад. Если вы его не пройдете, вы туда не попадете. Вот он! Вот он! Я и на Кинзелюкском водопаде. Вон он. Вам видно? Я его вижу здесь хорошо. Расположено оно в Тафаларии, в очень труднодоступном месте. Поэтому здесь приходится идти, пробираясь через чащи леса. И каждому посчастливится оказаться таким счастливчиком. Водопад просто огонь, а тут их много, это маленький водопад. Как я вам и говорил, маршрут суровый, и Кинзелюкский водопад тоже суровый, но мы его любим, любим Сибирь и хотим показать и рассказать о ней вам, всем, нашей стране, России, всему миру. Кинзелюкский водопад. Пошагали!